Интервью про некурящего ты снял? Да. Сегодня на разогреве у театра Кувырком я буду играть своих червяков. Час до начала сделать нужно очень много. И большой плюс, что я не курю, потому что за этот час я по-любому минимум один раз сбегал покурить, а это приключение на 10 минут с 4 этажа вниз и обратно. Так что 10 минут у меня есть бонусом. Минут прошло. Разные доски, разные истории, разные червяки, разные приключения. Это одна из них. Самая первая, которую я придумал миллион лет назад. Димонька, молодец. Да. Вот так должно быть всегда. Ты по звуку? И по звуку, и по включалкам. Молодец, клево. По громкости. А червячки какие были? Разогрев то, что нужно. Ладно, мне червячки очень нравятся. А фанатам какого номера? Это вообще просто такое смешное. Какую? Эту? Нету. Соберись, Ваня. Начал курить в 6 лет, всякие беломоры, родопи, тушки. Курил много лет, первый раз бросил в 10 классе. 2,5 года не курил, пока не попал в магазин, где продают трубки, табак, всякие папироски. Не удержался, закурил. Через несколько лет опять бросил, на 1,5 года. Сидели с друзьями, пачка сигарет на столе лежит. И все это курят, а я это... А может мне взять сигареты и опять покурить немножко, а потом думаю... Ёшкин кот, если я сейчас закурю, то я потом опять курить начну. А потом сразу следующая мысль. А как же я... Что, меня так легко контролировать, что ли? Не могу справиться с этим, что ли? Сам... А, закурю. Закурил сигарету, и все. Стал курить очень много после этого. Курил лет 10, наверное. Потом сидели с подругой, пили ром. Она спортсменка, я пантомимой занимаюсь. И она говорит, мы же с тобой занимаемся своим телом. Как же мы потом в старости-то будем работать? Давай бросим курить. А давай! Зашел в аптеку, купил Никорета, жвачки, и все, с утра больше не курил. И 23 апреля исполняется 5 лет, как не курю. Но курить все равно хочется. Лучше не начинать, потому что я знаю точно, что голова начнет кружиться, будет плохо, давление. Мне нравится не курить. Это здорово, это кайф. Увидимся! На гастролях, точно, вот туда надо.